Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам провести экскурсию по Днепропетровску. Я сегодня решила вам показать нашу набережную или один из долгостроев нашего. Это гостиница «Парус», когда-то собирались. Сегодня очень холодно, поэтому, наверное, будет шум. Пришла опять зима к нам. Уже на протяжении 45 лет на набережной Днепра красуется вот этот долгострой. Намечалась гостиница «Парус». Ее строительство начали в 70-х годах прошлого столетия. У проектировщиков были очень большие планы на эту гостиницу, но из-за нехватки финансирования строительство приостановилось, ну, где-то в 90-х годах. В 1972 году был разработан проект комплекса зданий и сооружений гостиницы «Парус». В 1974 году закончили намывку песчаного берега, а в 1975 году стартовали строительно-монтажные работы. В частности, в эту гостиницу было забито около 3000 свай, которые опираются на гранитный щит, лежащий в основе сооружения, под высотную часть этого здания. Дальше за последующие 3 года построили каркас здания, ну а завершение строительства пророчили на 79-й год. Вот. Но дальше случилось, в 80-м году, как мы помним, умер Брежнев, и дальше все покатилось, и вот это стало наибольшим долгостроем в нашем городе, вот, который стоит на прекрасной реке Днепр. Видите, вот на Днепре. Да, потом эту гостиницу выбрал под рекламу себе «Приватбанк». Видите, сверху зеленое. И потом уже, в конце концов, когда началась вот эта революция гидности, вот мы уже видим на этом здании украинский трезубец. Вот. Ну и так до сих пор оно пустынно и недостроено. Вот это здание, самый монумент долгострою. Вот сегодня очень холодно у нас. Видите, какой Днепр. Темные такие снежные тучи. Да, и здесь, конечно, здесь еще была кафушечка раньше, рядом возле этого. Вот, а сейчас оставили, конечно, грязь, как и бывает. Ну, Днепр. Хочу показать еще и Днепр. Все-таки чистый. Чистый. Для этого зима и нужна, чтобы все очищалось. А вот это еще раз покажу. Это долгострой, который еще называют гостиница «Парус». Но это до сих пор недостроенное здание на набережной, на нашей набережной Днепра. Вот показала вам. Подписывайтесь на мой канал, друзья. Спрашивайте, что экскурсию по Днепропетровску вам проведу. В следующий раз, куда пойдем гулять, то и покажу. Всем пока, хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал. Вот вблизи такой долгострой. Задумка была красивая, ну и превратилась в памятник архитектуры советского долгостроя.